Ваша эмиграша. Завещание. Жене. Дом. Венеточка. Квартира в Майами с видом на океан. Бентли. Мерседес. Миллионов? Я готов. Дорогая, я готов разделить ваше горе. Я хочу вам сказать, что вы прекрасно и молодо выглядите. Даже в траву. Такой молодой особы, я даже не побоюсь спросить, сколько вам лет. Знаете, мне трудно об этом говорить. Когда мы поженились, мне было 20 лет, а ему 40. Это значит, он был ровно в 2 раза старше меня. А когда его не стало, ему было 70, стало быть, мне 35. В каком году это было? В прошлом. Понятно. Дорогая, прежде чем огласить завещание вашего усопшего супруга, позвольте мне задать один вопрос. Не согласитесь ли вы выйти за меня замуж? А